Сереж, с возвращением на поле. Надоело, наверное, только тренироваться. Приятно было сыграть. Ну да, мы все планировали, что в этой игре мне уже можно сыграть 15-20 минут. Так мы поступили. И намного приятнее то, что мы выиграли. Заняли третье место на этом турнире. И, конечно, приятно то, что снова оказался на поле. Давно не играл, соскучился по игре. И ощутить эти эмоции, конечно же, приятно. Продышаться успел? Как вот чувствуешь, тонус есть? Ну, все как нужно, конечно. Успел и задохнуться, и продышаться, и получить желтую карточку в своем стиле. Поэтому все нормально, все хорошо. Показалось, что было несколько раз недопонимание, скажем так, у тебя с защитниками. А на каком языке вы там беседовали? Ой, я уже не помню. Это какие-то самые обычные моменты. На каком? На русском, на нашем родном. В целом, понравился тебе турнир, понравился вот такой новый интересный опыт на сборах? Не, неплохой турнир, неплохая страна. И первый раз мы команды так выезжаем далеко. И, конечно, это все, я думаю, пригодится нам в будущем. И как-никакой, а это все-таки опыт. Жалко, что мы первую игру, конечно, не выиграли. Там все складывалось в нашу пользу. Но в конце, последние две минуты все решили не в нашу пользу. Соперник, на твой взгляд, достаточно сильный был? То есть вот те команды, с которыми мы встретились или сегодня, в частности, это тот противник, на котором действительно можно проверить и уровень, и готовность? Ну вот команда, с которой мы играли сейчас, достаточно высокого уровня. И в первой игре мы видели почти целый тайм. Они заслуживали выхода в финал. Поэтому я считаю, что хорошие соперники и как подготовка к чемпионату, к оставшимся играм, это достаточно, ну, неплохой уровень.